На организационное совещание были приглашены председатели и секретари участковых комиссий. Руководителями территориальной избирательной комиссии были отмечены изменения, внесенные в законодательство Российской Федерации и в Кодекс Республики Башкортостан, а также заявлено точное количество кандидатов в депутаты на выборы в Государственную Думу и в местный совет. У нас зарегистрировано 9 кандидатов, выдвигалось 11, но у нас не получили регистрацию сам выдвиженцы по различным причинам. На сегодняшний день в бюллетень будут вноситься 9 кандидатов по нашему одномандатному Салаватскому округу номер 7. Подобные собрания проводятся для планирования обязательных мероприятий, которые будут возложены на комиссии. Секретарями участковых организаций фиксируются основные данные о ближайших событиях, связанных с распределением обязанностей среди членов комиссии. Кроме этого, на руки сегодня председатели участковых избирательных комиссий получили перечень обязательных мероприятий, которые необходимо провести первоначально, открывая работу участковых избирательных комиссий. В этих сведениях указаны режимы работы и сроки получения необходимой документации от территориальной избирательной комиссии. По итогам совещания был намечен определенный план работы. Очередное заседание председателей участковых избирательных комиссий состоится 9 сентября.